Дамы и господа, настал тот момент, которого мы все так долго ждали. Добро пожаловать на лучший из 20 выпусков 20 против 1. iShow Meet, я имею в виду iShow Speed. Это мировой феномен стриминга, о котором все говорят. В том числе потому, что он не может забить даже в благотворительном матче Саймона. Но это не важно, потому что мы поместили его в одну комнату с 20 красивыми женщинами. Знает ли он, как с ними разговаривать? Вряд ли, но помощники приведут его к настоящей любви, которая приведет к абсолютной катастрофе. А теперь наслаждайтесь. Speed 20 против 1. Какой у тебя тип? Мой тип — это вы. Он выглядит как персонаж мультфильма. Мне кажется, это из-за его прически. Его волосы выглядят так, словно сделаны из лего. Это черный Барт Симпсон. Окей. Привет. Как ты? У меня все хорошо. Оу, с тобой все хорошо? Меня зовут Якшини, мне 20, я работаю медсестрой. Типа ассистент? Да. Кто такая? По национальности? Я индианка. О, так ты индеец? Да. Ты говоришь на хинди? Я кое-что понимаю. Брат, скажи да или нет, что ты делаешь? А что делать? Скажи да или нет. А, я понял, да или нет. Хорошо. Ничего, если я понюхаю? Конечно. Чел. Да, да. Увидимся. Увидимся. Если бы после этого он сказал нет, боже мой. Откуда ты? Я из Лондона. Ты из Лондона? Да. Реально? Мне кажется, ее задница перевешивает. Она пытается держать равновесие. Что это? Посмотри на эту отметину прямо здесь. Разве ты не видишь? Не-а. Что? Это похоже на черную метку. Это невероятно просто. Боже мой. Я даже не обняла тебя. Да, обними меня. Как дела? У меня все хорошо. Я умер. Сколько тебе лет? Мне 22. Тебе 22? 22, эй. А тебе сколько? Мне 21. О, 21? Да, мне 21 год. Один, да, 21. Так что посмотрите, откуда я родом. Я португалец. Ты португалец? Да. Я говорю по-португальски. Вот что мы делаем, когда люди приветствуют друг друга. Я действительно ценю это. Давай попробуем пообщаться в соответствии с португальской культурой. Да-да. Вот как уважительно поздороваться. Мы говорим. Эй, Спит, как у тебя дела? Боже мой. Так, ты подходишь ко мне и спрашиваешь. Эй, Спит, как у тебя дела? Эй, Спит? Нет, нужно в другую сторону. Привет, Спит. Хорошо, большое тебе спасибо. Да. Я только что хрюкнул. Привет, приятно познакомиться. Я уроженка Низу, мне 21. Я врач. Ты врач? Да. Мое сердце. Не могли бы вы сделать искусственное дыхание? У меня есть разрешение? Да, у вас есть разрешение. Да, все в порядке. Вы хороший врач. Спасибо. Сколько тебе лет? Мне 21. Откуда ты? Я бенгалька. Это где вообще? Ты рядом с Индией, Южная Азия. О, так ты тоже индиец. Боже правый. Бенгалька. Бенгалька. Окей, я задам тебе один вопрос. Как ты знаешь, я являюсь большим фанатом Месси. Но знаешь, мне хочется узнать мнение других людей. Роналдо или Месси? Фанат Месси? Он соврал. Роналдо. Оу, да. Я также люблю Рафаэля Лео. Реально? Он настоящий фанат. Я обожаю Рафаэля Лео. Ты вообще видел, каким он был на чемпионате мира? Да, он был чертовски хорош. Тогда какой у него номер? Брат, скажи да или нет? Я не такой уж большой фанат. Мне больше нравится смотреть чемпионат мира. Да. Она true. Она true, фэн. Приятно познакомиться. Мне тоже, бенгалька. Бенгалька. Привет. На сегодня я твоя Барби. О, так сразу в лоб. Ты действительно выглядишь как Барби. Когда я был маленьким, мне всегда нравилось играть с Барби. Боже мой. Что ты делал? Что мог сделать с Барби? У меня возникает вопрос, чем ты занимаешься? Я танцую. О, можешь показать свое движение? Эй, что ты имеешь в виду? Типа вот такой дерзкий вид? О, черт. Эй, я как будто играю в GTA. Эй, не хочешь поразвлечься? Я хочу поразвлечься. Раньше я была инструктором по зомби. Почему? По зомби. Что это такое? Почему мне так кринжило? Эй, я предупреждал тебя. Могу я увидеть твое коронное движение? Сделай ты человека счастливым. Сделай счастливым? Да, сделай меня счастливым. Я не понимаю, что происходит. Это еще не закончилось. Нет. Он несчастлив. Йо, подожди, что ты сказал? Подожди, он разговаривает со своей пипиркой? Выгони ее. Почему? Она милая. Я милая? Подожди, он что-то говорит. Она слушает? Она слушает. Уведи ее. Окей, прости. Вот дерьмо, окей. Почему? Он разговаривает со мной? Он почему-то недоволен, я не знаю почему. А ты счастлив? Вот в чем вопрос. Да, но... Просто скажи нет. Охрана. Погодь, могу ли я сказать да каждой девушке? Нет.
Я говорю да, Дэн, чего нет? Ты великолепна. Какого черта? У тебя блестящее движение. Не может быть. Ладно, знаешь что? Пришло время стать более активным. Как бы это назвать? Диктатурой? Нет, это не диктатура. Что он несет? Подскажите мне кто-нибудь, подскажите. О чем ты? Я должен быть более решительным. А до этого он прям стеснялся. Да, да, да. Привет, как ты? Мне все хорошо. А у тебя... Нет, черт! Нет, черт! Да я угораю. О боже, неужели я тебя напугал? Есть немного. Я просто не была готова к этому. Да, тут я не прав был. Хорошо, теперь оцени меня от 1 до 10. Обувь испорчена. Я думаю, 7,6 балла. Это конец для нее. Он должен сказать нет. Нет. 7,8. Просто скажи нет, чувак. Так, ладно, и что мы будем делать? Боже, право. Разбирайся с ним сам. Ты знаешь, кто такой вышибал? Нет. Так вот, я работаю охранником в компании. О, так ты охранник? Да. Окей, тогда задержи меня. Нет. Эй, он уже перешел к свиданию. Остановите его сейчас же. Если ты охранница, останови меня. О, хорошо. Что они делают? Брат, сколько времени ты хочешь, чтобы это заняло? У нас ограниченное время. Просто скажи да или нет. Давай попробуем, не дави. Хватит тратить наше время. Эй, это мой первый раз. Перестань задавать вопросы. Да или нет? Все. Ладно. Нет. 5, 4, 3, 2, 1. Нет. Теперь я чувствую себя плохо, чувак. Смирись с этим. Извини. Бог простит. Я Мия. Реально? Да, так оно и есть. Не может быть. Это поза Дани Аарона. Боже мой, это ведь реально так. Окей, мне придется ускориться, иначе эти человек меня побьют. Я не могу развить это. Я просто вижу, что Аарон там. Это Фанни Аарон. Нет. Хорошо, повернись кругом. О, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Извини. Серьезно? Это безумие. Она покружилась, и он сказал нет. Во время вращения. Это похоже на мою задницу. Эй, как... Эй! Все хорошо, можешь повторить. Ты говоришь по-португальски? Нет. Португальски. Я не говорю по-португальски. Карамба. Окей, откуда ты? Я из Нигерии. Нигерия? Нигерия, оу! Да. Ты знаешь Осиму? Нет. Тогда нет. Нет. Что? Извини. Ладно, все нормально. Как бы мне хотелось познакомиться с вами поближе. Но я спешу. Да, брат. Черт. Это было больно. Эй, как ты? Привет. Мне все хорошо. Спасибо. Дай краба. Где ты сейчас? Где я сейчас? Он чокнулся. Прямо сейчас? Да. Здесь. Она типа перед тобой? Нет. Привет. Привет. Приятно познакомиться. Ты чувствуешь себя лучше? Да, я чувствую себя лучше. Какая твоя любимая премьер-лига? Он фанатик. Роналдо. Да. Она сказала Роналдо. Роналдо, да. Окей, сколько тебе? Мне 21. Чем занимаешься? Я танцор. Срочно покажи свои движения. Могу акробатический трюк? Да, 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 да. Покажи. Значит, ты акробат? Это Сидни? Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Я не предсказываю. Давай, заходи. Привет! Оу, черт. Окей, ты гимнастка? Ты гимнастка? Чему говорит как ребенок на ломаном английском? Твой любимый футболист. Роналдо? Да. Да! Сказал да? Да! А то, что она сделала сальто, ничего не значит? Да, уже после этого мог сказать да. Подождите, Кисяя видит меня сейчас? Пошел нахрен, Кисяй! Где бы ты ни был. Он про тебя говорит. Почему она пытается повторить за ним? Соси, Кисяй. Соси, Кисяй. Что происходит? Ты большелобый, твою... Не заставляй меня снова выходить к тебе. Сучка. Придурок. Я собираюсь провести время с симпатичными женщинами, если ты понимаешь, о чем я. Я ослеплю его своими титьками. Просто собираешься показать их? Они просто сверкают. Я такая, можешь понюхать меня? Первое, что он сказал, боже, ты такая гибкая. Да? Как ты? Отлично, спасибо. А ты как? Я все хорошо. Хорошо. Знаешь, на кого ты похожа? На кого? На сброд. Бывало и получше, но я приму это. По-моему, это не комплимент. Нет, не в плохом смысле. Как суперсброд. Как бутерброд. Чем ты занимаешься? Я танцую. В каком стиле? Мне нравится хип-хоп, реклама и каблуки. Хип-хоп, реклама и каблуки. Нет. Что она сказала после «ох»? Что-то промямлила?
Прям как Алекс. Черт возьми, плохо. О, откуда ты? Я из Ньюкасла. Чем занимаешься? Я недавно закончила школу. Хочу стать судмедэкспертом. Судмедэксперт? Это кто? Я смотрю на следы крови, все такое на месте преступления. Черт, это очень похоже на... Только не это слово. Что это за слово? Я пытаюсь подумать. Хорошо, так какая же у меня группа крови? Я думаю, о? Черт, я умираю! Кто этот парень? Нет. Помогите мне! Я умер! Он сказал нет! Привет, Киода. Киода? Это из аниме? Это означает веселый. Я из Новой Зеландии. Меня зовут Джулия. Я тебе кое-что купила. Что? Я знаю, что ты недавно болел, поэтому я купил тебе кое-что из Новой Зеландии. Это мило. Мы известны тем, что у нас много овец, и мы в некотором роде не любим их, но это не важно. Почему она это сказала? Вот я купил тебе маленького ягненка, чтобы ты почувствовал себя лучше. О, спасибо. Спасибо! Это действительно поразило меня в самое сердце. Как будто, вы понимаете, у меня была очень сильная головная боль. Можешь развернуться на 360? Почему ты смеешься? Мне показалось, или когда я развернулась, были какие-то звуки. Это безумно. Ты действительно хорошо выглядишь. Да, 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 да. Да-да, держись покрепче. Привет. Привет. Я Тарин. Это уже четвертое необычное имя. Окей, откуда ты? Гайана, Монсеррат. Гайана. О, Гейна. Гайана. Боже, Гейна. Ты из Южной Америки? Да, оттуда. Слышал о Гайане? Нет. Чем занимаешься? Служба пробации. Ты федерал? Мы больше занимаемся реабилитацией. Помогаем людям после того, как они выходят из тюрьмы. Я только что вышел из тюрьмы. Я только что убил кого-то. Я могу помочь тебе? Погладь мой животик. Погладь мой животик? Могу я утешить вас? Утешь меня. Это так смешно. Погладь мой животик. А у вас есть какие-нибудь проблемы? Если у вас возникли какие-либо проблемы, дайте мне знать. Мы направим вас в нужное агентство. Да, мамочка. Мамочка? Что происходит? Это я так про себя, дорогая. Большое спасибо, черт возьми, все в порядке. Да, 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 да. Откуда ты? Намибия. Где? Намибия. Где? Намибия. Юго-Западная Африка. Намибия. Да. Я думаю, дело в том, как ты это произносишь. У меня нет мыслей. Наконец-то. Я не знаю, что спросить. Давай поменяемся местами. У него закончились реплики. Просто скажи да или нет, чувак. Бро, иди, я остановлю его быстрее. Ты первый раз в Лондоне? Угу. Как дела? Хорошо. Вы пришли вовремя. Спасибо. Нет. О, все, он закончил, закончил. О боже, не усасывай мою кровь, черт возьми. Привет. Привет. Хай. Эй. 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 Я говорил с ними, а не с тобой. О боже, он просто помахал ее груди. А, блин. Я так и знал, что ты набросишься на них, не буду врать. Да, я знаю. Бюстгальтер жалок, поэтому они кажутся больше. Черт. Меня зовут Лэри. Ладно, привет. Черт, даже не могу сосредоточиться. Сколько тебе? Мне 24. 24? Откуда ты? Я из Уэльса. Ты говоришь на уалийском? Уалийском? Да, в первую очередь я говорю на уалийском. Хочешь, могу тебя научить? Да, скажи что-нибудь. По-моему, это бессмысленно. Это значит, что ты мне очень нравишься. Это когда у тебя что-то застряло в горле, и ты такой... Я говорю да, я говорю да. Мне уже начинает это нравиться. Как дела? Мне кажется, она увидела, как он ее шлёпнул. Приятно познакомиться, мэм. Откуда вы? Лондон. Дай угадаю, вы из Южного Лондона. Вот ты знаешь. Как ты узнал, что я с юга? Я чувствую, что на юге Лондона творится плохое яблоко. Понимаешь, о чем я говорю? Это хорошо или плохо? Это очень хорошо, потому что мне нравится плохое яблоко. Понимаете, о чем я? Но все же мы находимся на юге. Я ничего об этом не знаю. Нет, это неправда. Не сомневайся. На юге нет ничего, кроме Брикстона, мусора. Я оскорблен. Тогда что такое Северный Корт? Челси. Челси? Ричард Челси. Челси? Да, да, да. Неужели этого достаточно? Насколько быстро мне нужно принимать решение? Чего он надумал? Просто посмотри ей в глаза и скажи нет. Нет. Позволь мне хотя бы представить. Нет. А, правда? Ладно, хорошо, представься. Привет, меня зовут Келси. Мне 25, я танцовщица и модель. Понятно. Мне жарко. Не могла бы ты... Охладить тебя? Да. У меня есть веер.
Тебя всего охладить? Да, всего. Да? Кажется, градус повышается. Вот так вот? О, да. Да, именно так. У меня девственные глаза! Я все ждала, когда ты это сделаешь. Нет. Он сказал нет! Он сказал! Приятно познакомиться. Бро, после всего он сказал нет. Он закончил? Да, приведи его сюда. Брат, какого хрена? Бра, я вспотел тут. Что дальше? Теперь мы посмотрим, скажут ли они тебе да. Вы думаете, они скажут нет? Я не уверен в этом. У тебя есть какая-нибудь любимица? У нее толстая задница. Я могу сказать, что вам не нравится одна девушка, и вы говорите нет. Нет. Три, две, одна. Дерьмо. Все да. Это мой брат. Все-таки мне стоило ознакомиться с вашими видео. Все готово. Бро, хватит трогать мою пипирку. Сейчас мы хотим, чтобы ты просто был самим собой. Быть собой. Мы оценим твою харизму. Черт. Попробуй быть как Тоби. Нет. Стопэ. Что это значит? Он всегда пытается внушить ужас. А он хорошо тебя знает. Да будь собой. Так, что мне нравится? Ты когда-нибудь ходил на свидание? Нет, если честно. Окей, ладно. Хорошо, наслаждайтесь своим первым свиданием. Хорошо, я готов. Удачи, Тоби. Пошел нахрен. Подвинься поближе и возьми его в рот. Сяй поцеловал меня через микрофон? Он ждет гостей? Да, и он очень взволнован. Скажи ему, чтобы он сел. Сядь, чувак. Пошел нахрен. На левый или правый? Правый. Срочно пересядь на другое сиденье. Не, мне не нравится. Берись обратно. Кейсай, чувак! Затрахал ты меня. Он издевается. Привет, как ты? Эй, привет. Если честно, это мое первое свидание. Так что... Правда? Я немного взволнован. Ты никогда не ходил на свидание? Я никогда не ходил на свидание. Ничего себе. Я правда не знаю, что мне делать, но мне искренне нравится, что передо мной симпатичная девушка. А он неплох. Шиш. Какое твое любимое блюдо из Индии? Ягненок Роган Джош. Моя девочка. Сюда. И еще намазать карри и полить соусом. Мне тоже нравится. Карри же это и есть соус. Так, сколько ты говоришь тебе? 23? Стопэ. Эй, лобоголовые! Я не хочу слышать, как вы смеетесь. А, окей, сейчас мы отключим. Хорошо, прошу прощения. С моим телом происходят какие-то странные вещи. О чем он говорит? Придурок. Ты очень красивая? Ты тоже. Серьезно? Абсолютно. Что же во мне привлекательно? У тебя добрые глаза и очень красивые губы. Мне никогда не говорили ничего подобного. Никто и никогда. Никто. Спасибо. Становись, или я влюблюсь в тебя. У меня смешанные чувства. Мне кажется, я уже влюбился в тебя. А он еще говорит, что Тоби внушает ужас. Возможно, я тоже влюбилась в тебя. Ты врешь. Она врет. Я могу определять ложь. Посмотри в мои глаза. Думаешь, я вру? Эй, повтори. Ты не должна выдавливать это. Это похоже на звуки зомби. Из твоего сердца. Она та самая. Боже мой, спасибо. Вот и все, он в очередной раз чокнулся. Почему они ведут себя как животные? Ты тот самый человек, которого я так долго искал. А я тебя. Ты мне так сильно нравишься. Это так мило. Я даже не знаю, что сказать. Твое запястье воняет. Попроси у нее номер. Могу я узнать твой номер? А, у меня нет с собой телефона. Можно мне твой номер? Ой, кажется, я потерял свой телефон. Смотри, завтра у меня игра в премьер-лиге. Да. Я сделаю хэт-трик. Ага. Как насчет пойти на свидание после матча? Согласна? Да, я определенно согласна. Он гавкал прямо на нее, но все еще вышел победителем. Пока. Пока. Дурак. Это ведь его первый раз, и он уже получил номер. Черт возьми, чувак. Это слишком просто для меня, бро. О, это только начало, чувак. Как, по-вашему, прошло ваше свидание? На удивление, все прошло очень хорошо.
Ну да, он действительно хорошо выглядит, и я удивлена, что он попросил мой номер телефона. Так что это победа. Если он позовет тебя, пойдешь на второе свидание? Да, конечно. Она согласилась на второе свидание. Оцени его от 1 до 10. 10. Не может быть, она по-любому обкуренная. Что? Итак, Спид, теперь ты должен быть самой отвратительной версией самого себя. У тебя ужасная гигиена. Ты должен грызть ногти, ковыряться в носу, чесать задницу. Чесать задницу. Серьезно? Да. Мне кажется, что там внизу у меня водятся крабы. Оу. Боже, здесь так воняет. Хочешь понюхать? Эй, не сейчас! Только не сейчас! Ты уже давно носишь их. 2 недели. Вообще-то 2 дня. 2 дня? Но ты скажешь, 2 недели. Они так со всеми делают? Да. На самом деле мы никому так не говорили. Да похер, у меня все равно получится. Мы никогда такого не видели. Никогда. Привет. Привет, приятно познакомиться с тобой. Мне тоже. Не, давай не будем. Давай не будем этого делать. Что не будем? Давай лучше левую. Извините, это было мрачно. Что значит мрачно? Это было отвратительно. Нет, не надо. Нет, не я надо. Просто хотел показать тебе нижнее белье. Оно с номером 7. С номером 7? Да, это мерч Роналдо. Ты думаешь, Роналдо отвратительный? Я не говорила такого. Скажи, что их трогал Роналдо, поэтому ты никогда не снимешь. Вот эти трусы. Я ношу их уже 4 месяца. Я встретил Роналдо, и с тех пор я их никогда не снимал. Скажи, от меня чертовски воняет. И ты трогал мои руки. От меня чертовски воняет. Это мрачно. Да почему? Да потому что тебе нужно постирать их. Но ведь Роналдо прикасался к ним. Хорошо, тогда на этом и закончим. Неужели от меня так воняет? Тебе страшно? Мне страшно. Ты боишься понюхать меня? Нет, не говори так. Тогда почему ты не хочешь понюхать меня? Потому что ты только что сказал, что носишь их 4 месяца. Это действительно безумие. У меня на трусах небольшой черкаш. Ну что ж, иногда у меня действительно появляются черкаши. Неприятно их чувствовать на трусах. Это ужасно. Ужасно? Да что ты говоришь? О чем ты говоришь? Засунь себе палец в нос. Может, поучим сленг? Да, давай, учи меня. Нет, ты учи. А, зачем ты это делаешь? Погодь, о чем ты говоришь? Скажи, что в твоей культуре это считается нормальным. Воу, это... Йоу, это дерьмо в Португалии считается нормальным. Нормальным? Да, ты это имел в виду? Это так странно, потому что ты набрасываешься на меня, я делаю просто обычные вещи, которые делают в моей стране, чувак. Смешно над тем, как выглядят мои трусы, черкаши и все такое. Я такой чувиха, я знаю, что от меня воняет, но ты мне все равно нравишься, понимаешь? С ума сойти. Извини. Скажи, что твои козявки очень вкусные. Но если тебе кто-то нравится, ты же не будешь этого делать. А, ты съел ее. Козявки довольно вкусные. Приятные на вкус. Немного соленые. Немного солененькие. Это просто отвратительно. Серьезно? Да. Ты прямо сейчас ведешь себя дерьмово. Да. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты тоже поковырялась в носу. Как насчет того, чтобы поковыряться в носу, раз мы... Нет. Не-не-не. В моей культуре это говорит о том, что ты уважаешь мою культуру. Так ты поковыряешься в носу? Нет, спасибо. Это было очень неуважительно. Это было чертовски неуважительно. Чертовски неуважительно! Почему ты плачешь? Это просто безумие! Почему ты плачешь? Мне нужно, чтобы ты поковырялась в носу. Мне нужно, чтобы ты поковырялась. Почему я должен унижаться? Давай вместе. Давай вместе. Я сделаю это с тобой, пожалуйста. Нет. Я сделаю это с тобой, давай. Я сделаю это для тебя. Ты хочешь, чтобы я сделал это для тебя? Мне сделать это для тебя? Нет. Ничего не делай. Понюхай свою ногу. Ты меня пугаешь. Это звездец, чувак. Ты что-то говорила? Розовые носки. Розовые носки. Ну, во-первых, почему у тебя розовые носки? Да, респект. Месяц рака молочной железы. Да, точно. Подожди. Что ты делаешь? Разве не видно? Это хорошее действие, разве нет? А? Что ты еще собираешься делать до того, как я... Я хочу почесать свою задницу. Мне хочется почесать свою задницу. Ну давай, делай. Посмотрим на это. Начинай стонать, когда делаешь это. Честно говоря, не обращай на меня внимания. О, да. Он действительно получает удовольствие от этого. Желаю удачи следующей девушке. Хочешь понюхать? Это неплохо, я серьезно, оно хорошо пахнет. Оно прекрасно пахнет, я серьезно? Нет, спасибо. Оно пахнет кокосовым маслом. Знаю телефон. Нет, спасибо. Ладно, все понятно. Могу я узнать твой номер телефона? Записывай. 77. Да ну! Теперь ты. 77. Не может быть.
Как он это делает? Наверное, это его дерьмовая задница. Хорошо, вот видишь, теперь у меня есть твой номер телефона. Но в следующий раз, уважаемая культура. Это какой-то сюр. На нем дерьмовые трусы, но он все еще не сдает. Ты мне действительно не нравишься, я люблю тебя. Бенгалька, понимаешь, о чем я говорю? Он все еще ковыряется в носу. Сделай мне одолжение. Какое? Следующая девушка, пожми ей руку. Ладно, хорошо. Она токсик. Она токсик? Да. Респект ей. Она такая, испачкай руку следующей девушки. Ты можешь уходить. Аня, что они говорят тебе делать? Что они говорят тебе делать? Что ты собираешься? Отойди от меня! Отвали нахрен! Стой на месте! Отвали от меня! Ты не говорил ему это делать. Я не понимаю, почему... Почему ты пытаешься на меня пукнуть? Он сейчас обделается. Кажется, личинка на подходе. Ты ведь сказал ему... Да, я сказал ему уходить. Это было просто ужасно. Он всегда себя так ведет. Она кричала ему, отвали. Отвали нахрен. Мы собираемся спросить у тебя, как прошло твое свидание. Вы все сами видели. Это та самая рука? Это дерьмовая рука прямо здесь. По-моему, она просто в шоке. Мы тут усыкались со смеху. Так, как прошло твое свидание? Вы видели? Это было ужасно. Он буквально дотронулся до своей задницы и попытался пожать мне руку. Я сказал бы дотронуться до следующей девушки, так что удачи ей. Дали бы вы ему второй шанс на свидание? Нет. Ты дала ему неправильный номер? Кстати, нет, это был мой настоящий. Я уже жалею об этом, и я ему позвонила. Все дело в женщинах. Вам не остановить меня. Вы не остановите меня, что бы вы ни делали. Вонючая задница, вонючие трусы. Нужно что-то посложнее. Давайте, мне нужен вызов. Давайте. Я буквально чесал свою вонючую задницу, и у меня все еще есть ее номер. Давайте, пацаны. На следующем свидании мы дадим тебе гитару, и ты должен будешь спеть серенаду в стиле фристайл. Спеть что? Серенаду. Что это значит? Песня. Песня. Ты должен будешь сыграть на гитаре. Подожди, я могу просто сказать нет. Спеть серенаду. И все такое. Ты должен быть как бы настоящим певцом. Так что ты не можешь просто с ней говорить. Ты должен петь. А, да. Ты когда-нибудь раньше играл на гитаре? По спине пробежит лед. Звучит хорошо. Ну, погнали. А-а-а. О боже. У нас проблема. Проблема? Она слишком увлекается им, чтобы понимать ноты, которые он играет. Вау. Эй, солнышко, ты так красиво. Теперь я ценю современный рэп. Боже мой, я люблю розовый, я люблю тебя. Очень красиво ты. Мы сделали только лучше. Ты собираешься продолжить или мы закончили? Да. Ты раскритиковал меня в прошлый раз. Может, ты объяснишь поподробнее в песне? Что ты имеешь в виду? Он знает, что такое рифма. Ты раскритиковал меня из-за моих дерьмовых движений. Оу, да. Эти дерьмовые движения. Я чуть не забыл. Они были такими дерьмовыми. Так что покажи мне сейчас что-нибудь получше. Оу, ладно. Я покажу тебе что-то получше только в том случае, если ты научишься петь. Давай. Пуф, мои последние нервные клетки. Это гитара, полное дерьмо. Я знаю, я тоже слышу ее. Может, ты сделаешь что-нибудь типа такого? Это уже слишком. Почему нет? Кто остановит меня? Только не это. Не смей этого делать. Это моя... Чёртова гитара. Это немного разочаровывает. Посмотрите на него. Ладно. Смотри, смотри, смотри. Я знаю, что ты немного расстроен. Отдай ей гитару. Гитара. Ты поешь, я играю. Окей. Это безумие. По спине пробежит лед, когда ты слышишь этот праздничный звон. Крис Крингл. Слышь, наш дрил. Нет, это разминка, а не попса, как у Прингла. Видишь, это Рождество, и ты не хочешь пропустить. Возьми гитару и разбей ее. Потому что мы... Заткнись нахрен.
Да ну нафиг. Он сделал это. Он сделал это. Я не верю, что он разбил ее. А теперь просто уходи. Просто уходи. Вот это уже настоящее представление. Закрой рот. О, боже мой. Именно это я и хотела увидеть. Смотрите. Честно говоря, я действительно благодарна ему за то, что он просто взял и сделал это. Я понимала, что я являюсь доминирующей личностью. Ей понравилось, как он разбил гитару. Даже больше, чем сам Спид. Так что я знала, что если он сделает что-то подобное, это произведет на меня впечатление. Как прошло ваше свидание? Она угадает номер. Это было непредсказуемо, но мне понравилось. Я довольно спонтанная девушка. Что за хрень? Это сработало. Он разбил свою гитару, так что кто выиграл? Он назвал меня красавицей. 3 раза. Так что я счастлива. Пошла бы ты на еще одно свидание. Да, но думаю, ему нужно взять несколько уроков пения. Что она несет? Не, погодь. Все. Хватит. Это все. Но она... Ребят, он схватил меня. Я не шучу. Просто схватил. Мне кажется, это нечестно. Я был в реальной опасности, когда ты вставал остаться без детей. Ты был очень близок. Моя ошибка. О, больше зада. Мне кажется, она едва может двигаться. Держите ее неподвижно. Что это за движения такие? Итак, Спид, я хочу посмотреть на твой португальский язык. Подожди, что ты хочешь? Я. Кажется, по-русски это да. Ни слова по-английски, только португальский. Он понимает. Отлично. Твое здоровье, Джош. Давайте не будем говорить, что я знаю. Вы тоже говорите на португальском? На португальском. Привет. О, ты говоришь по-португальски? Приятно увидеть тебя снова. Что он говорит? Он просто придумывает слова. Да, я понимаю. Почему на русском? Она в полном шоке. Да. Eu quero. Ты? Я? По-моему, он пытается получить ее номер. Eu quero que tu celular. Да, ее номер телефона. Ты? Я? Ты? Eu quero. Ты любишь меня? Now. Ты хочешь? Да. Мне кажется, тебе нужно спуститься к ним и неправильно переводить его. Телефон? Сим-карта? Тебе нужен номер телефона? Я хочу, чтобы он похлопал в ладоши. У него получилось? Похлопай в ладоши. Ты хочешь? Боже мой, ты такой непослушный. Нет, не сейчас. Простите, я буду его переводчиком. Спасибо. Хорошо, погнали. Мой друг... Да. Meu amigo é de Angola. Он Angola? Окей, он сказал, что у тебя массивная задница. Ладно. Sim. E então, Jason sabe que novo eu passei. Aí preto demais. Окей. Ему интересно, как его маленький дракончик войдет в твою берлогу. Точнее, массивную задницу. Sim. Mas сафату, жико сто. Примото гаси, саби, я ноу. Дайте ему Оскар. Жоало, Рафраэл, вот и биси. Ки элис тэн, то фасу. Как ты ходишь на руках? Мне нравится ходить на своих ногах. Хочет посмотреть? Não. Eu quero vejos, você sabe, que eu não vou ir pro baile no bailão. А он спрашивает, можно посмотреть на твою задницу? Боже мой. Он этого хочет. Ты можешь смотреть, но не трогать. Сейчас. Но la balle bidu tota. Я понял. Мне сейчас показывают? Não, eu vejo as bunda. De você. Eu quero ver. Bunda. Os bunda. Claro, walk it, what they see aqui. Хорошо. Он хочет, чтобы вы прошлись вперед-назад. Окей, ладно. Вот так. Жо, фасу копасу и... Ново кирату! Боже мой. Каралу! Господи Иисусе. О, Боже мой. Фасу
Благослови вас Бог. Это величайшее событие, которое я когда-либо видел. Они такие огромные, боже мой. Что-то хорошее? Ты меня возбуждаешь. Да, это просто фантастика. Вики? Что такое Вики? Если честно, я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Но мне кажется, ему нужен твой номер. Да, да, я уже дала ему один номер. Нет, ему нужен номер телефона твоей мамы. Позвонить? Он хочет, чтобы ты позвонил своей маме. Ты? Точнее, позвонить папе. Моему папе? Я даже не знаю своего отца. Точнее, я знаю его, я просто не разговариваю с ним. Complicated. Он сказал очень сложно. Не, падре. Падре, complicated, дядя. Дядя. Уходи с ним, уходи с ним. Я ухожу. Окей, он имеет в виду... Я не знаю. Лучше, лучше. Просто лучше. Сюда ее. Исай на самом деле тупой. Так, как по-вашему прошло свидание? Пунто, пунто, пунто. Несмотря на языковой барьер? Но, я думаю, все прошло довольно хорошо. Чего? Серьезно? Я думаю, мне сделали много комплиментов. И я ценю это. Возможно, это было прямолинейно для первого свидания. Но мы поработаем над этим. Уже 4. А пошли бы вы на второе свидание. Да, у меня так много номеров девушек. Я не думаю, что он говорит на английском, так что, может быть, ему стоит взять с собой переводчика. Вам понравился переводчик? Не так ли? Не-не-не. Мне кажется, он действительно помог в этом процессе. Куда бы вы ни пошли, я всегда рядом. Вы меня возбуждаете. Спасибо. Взаимно. Ты получила телефон, не говоря ни слова по-английски. У Кая большая пипирка. Ты видел его? У него черная пипирка. Почему вы так удивляетесь этому? Он черный? Черный? Она сделала сальто. Да, это та, которая сделала сальто, как только вошла. Она довольно гибкая, она вошла, сделала в колесо. Но ты более акробатичен. Тебе нужно бросить ей вызов. Отжимание, бег и все, ты должен победить ее. Сделай сальто назад. Тебе нужно показать, что ты стал лучше. То есть мне играть мудака, который кажется, что я лучше ее? Да. Окей, иди сделай это. Давай, чувак. Стой, подожди. Это уже 4-й раз. Только не 5-й. Привет. Как ты? Кстати, по-моему, он до сих пор не вымыл свою руку. Обними меня, раз на то пошло. Обними меня крепче. Ты скучала по мне? Скучала по тебе. Давно не видели. Если я не ошибаюсь, вроде как ты хорошо делаешь сальто. Я гимнастка, я преподаватель, поэтому да. То есть ты хочешь сказать, что сделаешь это лучше меня? Да. Ну так докажи. Окей. Оу, это и вправду хорошо. Она вот-вот это сделает. Невозможно. Подожди, что? Чё за херь? По сравнению с ней, он просто смешон. У меня получилось лучше. На самом деле, это так. Я об этом и говорю. Чёрт. Подожди. Он растерялся. Фак, это был мой единственный шанс. Ладно, а это сможешь? Воу, это было круто. Мне повторить, да? Да, попробуй. Только не убейся. Да как так? Так что он собирается делать после этого? Чёрт. Может, шпагат? Да, давай. Разве он сможет сесть на шпагат? О боже. Ау, а ты неплох. Теперь твоя очередь. Ты уверен? Да. Я не хочу принижать тебя. Просто сделай это. Боже мой. Это звездец, братан. По мне еще звездец. Извини, но это реально звездец. Черт. Он не знает, что делать. Он не знает, что делать. То есть ты умеешь делать колесо, сальто назад, вперед. Что нам ему приказать? А это сможешь? Вот и все. Оу, боже мой. Отсюда открывается отличный вид. Я реально уважаю ее. Хорошо, маме сделал лучше. Боже мой. Попробуй это. Я знаю, что ты не сможешь это. Я знаю, что ты не сможешь. Он будет прыгать? Не сможешь. Он на стене бесконечности. Давай. Он решил заняться прыжками в длину в студии? Серьезно?
Серьезно? Подожди, что он собирался сделать? Я просто пыталась подколоть тебя. Она чуть не убила его. Это действительно могло быть правдой. Какого хрена? Не-не-не-не, позволь мне сделать. Вот видишь, ты напугана. Ты понимаешь, что не сможешь это сделать. Окей. Ты же понимаешь, что не сможешь сделать лучше меня. Стой рядом и смотри. Это было довольно круто. У меня есть кое-что получше. Ну-кась. Тебе нужна помощь? Помогаю. Нет, серьезно, что она пыталась сделать? Все. Вот и все. Она выглядит так, словно ее кто-то переехал. Давай-ка усложним. Усложним? Сейчас, подожди. Это слишком тяжело. Она пытается его убить? Перепрыгнуть через это? Когда мы прекратим это безумие? Ребят, нужна помощь. Давай поговорим о чем-нибудь другом. А он не так тут. Эй, у меня был благотворительный матч, на котором я даже не смог забить. Скажи, ты выиграла, мамочка? Мамочка, ты победила. Ура! Ты ведь мамочка? Я твоя сучка. Хочешь, я полаю для тебя? Если хочешь, чтобы я полаял, только скажи. Хочу. Я сделаю это лучше. Я думаю, он нашел свою пару. Ты выйдешь за меня? Давай уйдем вместе. Дэм, она в порядке. Ведет тебя как настоящая доминантка. Имей кольцо, чтобы я мог жениться на тебе. Ты выйдешь за меня? Конечно. Я выпью твое молоко. Это безумие. Боже, заберите кто-нибудь у него микрофон. И твои месячные. Спасибо. Значит, теперь мы муж и жена? Да. Я люблю тебя, мамочка. Скоро увидимся. Значит, у нас будет второе свидание? Я люблю тебя, мамочка. Скоро увидимся. Что происходит? Пока, малыш. Подожди, я забыл. Он не собирается спросить у нее номер? Дай мне свой номер. Погодите, он реально сказал, что хочет выпить ее... Да, выпить ее месячные. Я пока был в туалете, услышал лай и вот это. Пока, малышка. Брат, я из туалета слышал, как ты лаял. Она была слишком хороша. Что ты думаешь по поводу свидания? Я думаю, все прошло хорошо. В некоторые моменты он был немного смущен, и это нормально. Мужчины не могут показывать своих истинных чувств. И не всегда нужно быть такими большими, какими они кажутся. Пошла ли бы ты на второе свидание? Мы теперь женаты, так что, наверное, мне придется это сделать. Что? Придется? Круто, спасибо большое. Между прочим, она пыталась убить тебя. Она пнула ногой этот стул. Да, какого хрена? Итак, тебе нужно будет вести себя как любое животное на твоем свидании. Активно? Да, активно. Например, как кошка, акула, собака, которая выпрыгнула. Акула. Он может говорить? Да, может. Но когда мы тебе скажем, ты сразу превращаешься в животное. Когда ты животное, ты не можешь говорить по-английски. Это справедливо. Поехали. Подождите, кто-нибудь дайте мне список животных. Не волнуйся, я знаю парочку. Бро, тебе буквально 30 лет. Да, так и есть. Ты не знаешь животных? Йоу, как твои дела, красавица? Отлично, а у тебя? У меня тоже. А у тебя как? У меня хорошо. Он уже завозит, знаешь, ты прекрасная собака. Оу, спасибо. По-моему, это травма. Человек. Знаешь, мы давно не виделись, так что... У нее психологическая травма. По-твоему, это нормально? О чем ты? О том, что делал только что. Человек-кот. О, нет. А, нет. Он трогает ее колено. Пусть начнет мурлыкать. Начинаю мурлыкать. По-моему, это не мурлыканье. Человек. Так, о чем ты там говорил? Я хотел сказать, что ты из Южного Лондона и все такое. Я пытался донести до тебя мысль, типа, есть районы и получше. Я говорил о Манчестере, и я все еще придерживаюсь этого мнения. Манчестер лучше Лондона. Ты так говоришь? Пирс Лон. Но ты находишься в Лондоне. Я так не могу. Че за херь? Это уже слишком. Это нехорошо. Змея. По-твоему, это нормально? Нет, помогите. Она просит о помощи. Боже мой. Нет. Человек. Так вот, я говорю, как ни в чем не бывало. Я чертовски уверен, что Манчестер лучше Лондона, а Челси находится в восточном или западном Лондоне. Акула на суше. Вообще-то в южном. Нет. Как он ходит по суше, у него нет ног. Что творится такое? Человек. Я не понимаю. Я тут как бы сижу и пытаюсь поговорить с красивой женщиной.
Пусть он сделает что-нибудь похожее на мокрицу или кузнечика. Пока что наше свидание накрывается медным тазом. Таракан, таракан. У тебя такой вид, может встанешь? Таракан. Только не снова. Это лучшее первое впечатление. Что ты ищешь, пчела? Она в ужасе. Сделай его человеком. Комодский дракон. Сделай его человеком. Я даже не знаю, как мне реагировать. Динозавр, динозавр. Не понимаю. Динозавр! Нет, не может быть. Это совсем не то, что я ожидала. Он так делает эти пальцы. Снова человек. Она расстроилась. Ты можешь поддержать меня? Спроси, что случилось. Что случилось? Ты выглядишь смущенно. Я чувствую себя некомфортно. Я тоже себя так чувствую. Мы на одной волне, мы на одной волне. Повернись. Хорошо. Я стараюсь, я стараюсь. Не мог бы ты перестать делать странные вещи? Делать что? То, что ты делал все это время. Что же я делал? Ты просто делал слишком много. Много всего. А ты недостаточно. А ты недостаточно. О, блин. Да, именно так. Давай, сделай что-нибудь. Дерьмо, чувак. Ты хочешь, чтобы я сказала мяу? Дай пятюню. Дай пятюню. Динозавр. Это уже слишком. Это у него получается лучше всего. Да, да, да. Еще эти пальцы. Лев. На самом деле, ты реально похож на льва. Да, да. Лиса. Я не знаю, чего ожидать. Как прошел твой полет? Его перелет? Человек. Так, что ты говорил? Откуда ты? Я из Огайо, но этнически я португалец. Огайо? Да, из Огайо. Это многое объясняет. Проси ее любимое животное. Хорошо, какое у тебя любимое животное? Дельфин. Делай. Делай. Издавай звуки. Какой высокий голос. Окей, человек. Какой в этом смысл? Проси, раздражает ли это ее? Повернется ли это вспять? Что? Ответь мне. Что ты сказал? Повернется ли все вспять? Ты про дельфина? Что повернется? Что должно повернуться вспять? Ты ведь понимаешь, о чем я. Ты ведь знаешь сама. Твоя очередь много говорить. Пингвин. Это странно, чувак. Ты одержим? А, нет. Это слишком. Человек. Расслабься, хорошо? Просто расслабься. Я спокойна. Тогда что с тобой? А с тобой что? Пикачу. Все нормально? У этого чувака явно проблемы с головой. Успокойся, хорошо? Попытайся получить ее номер. Если у него получится, это будет безумие. Ладно, окей. Могу я получить твой номер? Ты опять будешь это делать? Делать что? Делать что? Просто пообещай мне. Чуйка, я ничего не делаю. Просто дай мне свой номер. Ладно. Динозавр. Это было ожидаемо. Человек. Чуйка, ты дашь мне свой телефон? Ты осознаешь, что делаешь? Ты ведь уже собиралась дать мне свой номер. Ты осознаешь, что делаешь? Просто дай мне свой номер. Я ничего такого не делаю. Ты что, тупая? Нет. Ты что, блин, дура? Чё за хрень? Не может быть, придурочная девушка. Сам ты придурок. Эй, коротышка. Она борется с ним? Да, я придурок, и что? Да, я придурок, и что? Я не собираюсь набирать свой номер на этом телефоне. Я не могу этого сделать. Ладно, чуиха, просто отдай мне мой телефон. Эй, ты даже не указала полный номер. То, что ты плохо ведешь себя. Я даже не могу набрать последние цифры, потому что ты... Чуиха, просто сделай это. Перестань быть придурком и сделай это. Перестань быть придурком. Не могу поверить, что ты настолько холодна ко мне. Динозавр. Скажи мне, как я могу дать тебе номер, если ты ведешь себя как полный придурок? Веди себя как таракан. Она в недоумении. Просто дай мне свой номер и покончи с этим. Если он получит ее номер, это просто безумие. Теперь имя. Он подписывает ее. Ну, теперь у меня есть твой номер. Вот и все. Он сделал это. Она просто в шоке. Боже мой. В шоке.
Это было потрясающе. Что будет дальше? Как по-вашему прошло свидание? Я немного сбита с толку. Разочарована. Разочарована. Ей было плохо, чуваки. Оно прошло. 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 Это я и хочу сказать. Хорошо, что оно прошло. Пошли бы вы на второе свидание. А, точно нет. Второго свидания не будет. Я думаю, мы бы не смогли прийти к нормальному разговору. Твой первый промах. Нам жаль. Да, да. Вы дали ему свой настоящий номер? Погодь, погодь. Настоящий или нет? Да, но он все равно не сможет позвонить. Почему? Почему он не сможет позвонить? Потому что это номер из Великобритании. У меня есть AT&T, тупица. Просто позвони динозаврам. У нее теперь травма. Да. Это было хорошо. Это очень хорошо. Тебе нужно будет переодеться. Футбольные кроссы. Нужно кое-что подходящее. Носки. Какие-нибудь наколенники. Коленники. Шорты. И, конечно же... любимый комплект. Ты сейчас издеваешься, я не буду это делать. А играть животных лучше. Это Месси. Чуваки, он мне не нравится. Я чувствую себя не в своей тарелке. Это все равно, что засунуть себе что-то в задницу. Это ужасно. Не для всех. Да-да, так и есть. Ты про себя говоришь? Он ведь смотри на меня так. Почему ты смотришь так на меня? Потому что я знаю, тебе нравится он. Если тебе реально так не нравится это, можешь надеть просто что-нибудь португальское. Лучше что-нибудь португальское, чем это дерьмо. Так я надену это, и что дальше? Просто убеди ее, что ты профессиональный футболист. Это идея на поверхности. Привет. Вот и все, он внутри. Как дела? Давайте просто... А... она пошла в атаку! Она отобрала у него мяч. Что она... О, она отлично играет в мяч. Куда она так далеко улетела? Где микрофон? Нет. Ты даже не поприветствовался. Да, но я хотел сказать привет другим способом. Ты в порядке? По сути, я профессиональный игрок премьер-лиги. Я выступаю под именем Рафаэль Лео. Понимаешь? Рафаэль Лео? Да. Это было жопно. Я собираюсь показать тебе свои навыки. Позволь мне показать свои навыки. Окей. Okay. Подбрось мяч повыше. Вот так вот. Окей. Okay. Окей. Okay. Это неплохо. Это было плохо. Что? Это было жопно. Смотришь футбол? Только в интернете. Он набил мяч всего 3 раза. Это разве безопасно ходить с развязанными шнурками? Абсолютно да. Он упадет. Но мне кажется, он споткнется. Снимай ботинки. Я хочу показать тебе свои навыки. Хорошо, я хочу показать тебе свои чертовы навыки. Окей, покажи мне свои навыки. Это то, что я называю эластиком. Это то, что я называю гребаной эластикой. Понимаешь? Окей. Та самая эластика. Удиви меня. Флип-флап и хлопок. Мне понравилось. Это было на 8,5 баллов. Это радужный финт. Это радужный финт. Хорошо, давай. Не попади в меня. Давай еще. Ладно, это Суперстар 5000. Ладно, это Суперстар 5000. Суперстар 5000? Давайте посмотрим, что он сделает. Боже мой. Расслабься. Я уже подумал. Что ты делаешь? Почему все происходит именно так? Это самые пыльные подкладки, которые я видел. Нет, нет, ты сейчас попадешь по лицу. Эти подкладки с 2000-х годов. Расслабься. Расслабься. Это очень... Извини. Что происходит? Мне действительно понравилось. Это было вкусно. Она пытается его соблазнить. Почему каждый раз, когда я пытаюсь что-то сделать, ты такая типа... Извини. Я просто пыталась поймать тебя. Давай сыграем в игру. Хорошо. Давай сыграем в игру. Давай. Какую? 1-1 за твой номер телефона. Играем 1-1 на твой номер. Окей. Это мои ворота, это твои. Окей. Готово? О, нет. Может, она тоже снимет обувь? Не хочешь снять обувь или останешься в каблуках? Я и так смогу. Что? Боже мой. Не-не-не-не-не. Как она... Не-не-не-не-не-не-не.
Боже мой. Офсайд. Офсайд, офсайд. Это офсайд. Как ты оценишь мой удар? Это был офсайд. Давай еще раз. Нет. Это офсайд. Ладно, хорошо, давай еще раз. Не-не. Я сделал это на каблуках. Я ставлю на нее. Боже мой, она так старается. Хорошо, давай попрактикуемся. Что происходит? Он делает. Он это сделает. Он сделал. Следующий гол победа. Я надеюсь, она победит. Ты готов? Посмотрим, чем закончится. Просто подними мяч, когда она попытается ударить. Так даже лучше. Да, я согласен. Ты не можешь просто взять его? Именно это он и делает. Это будет... Да-да-да-да. Делай. Сможешь ли ты поймать мяч грудью, как это делают они? Да. Я кину его, а ты такой... Ага. Ты сможешь? Готов? С чем она подготавливает его? Внимание! Марш! А ты сможешь со своей грудью? Хочешь попробовать своими титьками? Титьками. Да. Окей. Хорошо. Какого ты целишься? Мне все равно. Хорошо, давай. Что? Извини, я боюсь. Было хорошо? Могу ли я пробиться в твои... Да. Типа как мяч? Да. Сделай это еще раз и понюхай. По-моему, он сам справляется. Так. Боже мой. Тебе понравилось? Да, мне понравилось. А теперь забей мяч, пока он не видит. Так вкусно пахнет. Да ты просто читер. Ты читер. Все лучше. О, ей тоже нравится. Эй, слушай, мне нужен твой номер сейчас. Тебе нужен мой номер? Да, мне нужен твой номер. Хорошо. После этого тупо вставай в позу Рашфорда. Ты помнишь, как меня зовут? Да. Хорошо. Давай вместе дадим имя маленькой овечке. Давай назовем его... Тимати. Ягненок Тимати? Ему пора уходить. Все, уходи. Пока. Приятно было познакомиться. Беги назад, хватай ягненка и убегай. Эй, где мои обнимашки? Ты взял в руки мяч, это нечестно. Не могу поверить. Я не могу поверить, что она тебя выиграла. Да, это безумие. Это был офсайд. Как прошло ваше свидание? Честно говоря, мне было весело. Я действительно боялся, что он меня загавкает. И я очень рад, что это не произошло. Надо было рявкнуть на нее. Мне показалось это веселым. Поначалу мы немного поиграли, а потом обманул меня. Я не собираюсь обманывать, так что... У него есть мой номер. Надеюсь, он позвонит. Она твоя, чувак. Пошли бы на второе свидание. Конечно. Вы слышали это? Слыхали? Да, она полностью твоя. Видали? Тоби, ты видишь это? Сможешь своими титьками? Спит. Да. Слушай внимательно, приятель. Мы хотим, чтобы ты стал инструктором по йоге. Привлеки ее к занятиям и проведи целый урок. Показывай ей позы, которые только знаешь. Мы подкинем тебе несколько. Тебе нужен телефон, чтобы получить номер. Да, мне нужен телефон. Почему ты дернулся? Я не хочу прикасаться к твоей пипирке. Нет, я не хочу трогать твою пипирку. Это так весело. Хватит, ладно. Привет. Привет. Итак, сегодня тот самый Спид проведет урок йоги, окей? Хорошо, давай. Это странно. Начнем с первого. Собачий спуск. Эту позу сделал... Один из моих друзей сделал. Его зовут Бенди. Знаешь Бенди? Нет. Бенди. Это называется собачий спуск. Спускаемся? Да. Окей, поехали. Окей, поехали. Окей, продержи еще 3 секунды для позвоночника. Отлично, поднимайся. Хорошая работа. Расслабься. А теперь попробуем небесную вегу. Как это приходит тебе в голову? Теперь следующий, небесная вега. О, я не слышал о таком. Да, это турецко-французский. Опускайся и садись. Все, что тебе нужно сделать, это опустить голову вниз, вот так. Да. Что за... Боже мой.
Ты уже умеешь? Где же твоя гибкость? Наверное, придется. Не можешь подтолкнуть меня? Я не хочу причинять тебе боль. Начинаю стонать. Все? Еще немного. А, черт. Все хорошо? Еще. У него трясутся ноги. Черт. Пусть сменит позу. Новая поза. Отлично, давай теперь новую позу. Давай сексуального осьминога. Итак, она называется сексуальный осьминог, окей? Так что это довольно странная поза. Тебе как бы надо пригнуться. Ведь у осьминога 8 пальцев и все такое. Типа такого. Да. Вот так вот. Да. Да? Не так хорошо. Черт, почему не так хорошо? Правда? Давай следующее. Сквидвард. Это Сквидвард. И Спанч Боба? Да, Губка Боб. Помнишь эпизод, где он делает все это дерьмо и танцует там? Да, вот так вот. Тебе нужно повернуться, крутить и гавкай. Гавкай? Да. Слишком тихо. Скажи, что это серьезный урок, и не надо лаять. Это реально раздражает. Черт возьми! Это, сука, серьезный урок йоги. Не надо лаять. Это отвлекает. Теперь кайсенат. Давай попробуем. Хорошо, давай попробуем кайсенат, хорошо? Ну, типа вот так. Где моя мама? Где моя мама? Где мама? Где мама? Где мама? Где моя мама? Да. Окей. Где моя мама? Сейчас давай попробуем XQC. Давай попробуем XQC. Стример? XQC. Нет, другой. Давай. Хорошо, это было не так плохо. Давай еще два раза. Еще раз. Это потрясающе, ты быстро учишься. Это потрясающе, ты быстро учишься. Спроси ее номер, господи. Спроси, не хочешь ли она еще один урок? Если ты хочешь еще один урок, пожалуйста, веди свой номер сюда. Мне точно нужен второй урок. Да. Давай напишу. Почему у меня в его возрасте девушки так не реагируют? Мы были уродливы. Да, так и есть. Так вот и все. Хорошо, теперь у меня есть твой номер. Помнишь, как это было тяжело? Ты был... Я был толстым. Был 18, я был толстым девственником. 18-19. Хочешь вернуться назад? Не. Толстый девственник. Дайте мне второй шанс. Большое спасибо за урок йоги. Еще увидимся. Увидимся в следующий раз. Но ведь второй шанс ничего бы не изменил. Я все равно был бы уродом. Ты хорошо выглядишь, чувак. Неправда. У меня ленивый взгляд. Не приближайте лицо. Не приближайте. Так, как по-твоему прошло твое свидание? Это было очень интересное свидание. У меня никогда раньше не было такого. Но на самом деле это было довольно круто. Он очень энергичный и общительный человек. Я такая же. Так что, думаю, наши энергии совпадают. И мы очень похожи в этом аспекте. Похожи? Пошла бы ты на второе свидание. Да. Прикиньте, она согласилась. Я бы хотела посмотреть, что произойдет. Ты указал свой настоящий номер? Да, я так и сделала. Черт, что ты творишь, чувак? Я слишком хорош, братан. Да, так и есть. Мне как бы ни одна не отказала, понимаешь? Одна отказала. Но у меня есть ее номер. Вот сделали. Извините, но я слишком хорош, не важно, что я делаю. Следующее свидание будет двойным. Ты никак не сможешь получить два номера одновременно. Да, точно. Да. Эй! Посмотрим, насколько ты хорош в такой ситуации. Я смогу это сделать. Два номера. Ты должен уйти с двумя номерами. Окей, я сделаю это. Погнали! Я вернулся. Привет. Как будто никогда и не уходил. Да, будто не уходил. Как у вас дела, дамы? Отлично, мне нравятся твои носки. Мои носки? Да. Окей, это честно. Хорошо, итак, если я не ошибаюсь, ты родом из северного Лондона. А ты... Лесикс Тексикс? Лесикс? Лесикс? Неважно, Basic Lexics? Да. Окей, а ты откуда? Мне кажется, ты перепутал меня с кем-то. Лютон. Я так сказал. Ты сказала северный Лондон. Подожди, ты из Лютона? Да. Ты знаешь, где это находится? Да, это место полное отстой. Я слышал, что там полный отстой. Полнейшая жопа. Это правда? Нет, там хорошо. Там культура. Есть все, что нужно. Там есть аэропорт. Да. Она летает через авиасейлс? Ты летаешь через авиасейлс? Допустим. Хорошо, что бы вы делали, если пригласили меня на свидание? Ты сидишь дома или гуляешь? Ты домосед или... Как пожелаешь. Я бы приготовила еду, если бы мы остались дома. Ладно, мне скучно. Я лучше задам ей. Знаешь, я лучше спрошу ее. Итак,
Ты пригласила меня на свидание. Что мы будем делать? Играть в футбол. Тебе нравится футбол? О боже, повернись к ней. Боже мой. Да, боже мой. Да. Так, на какой позиции ты играешь? Мне нравится пенальти. Да, пенальти. Так, значит, ты вратарь, а я забиваю мяч? Или мы да, меняемся? Повернись к другой и скажи, у нее есть харизма. У нее явно есть харизма. У нее есть харизма. Что за черт? Поговори про футбол. Какая твоя любимая команда? Я не фанатка футбола, извини. А твоя какая? Да, разворачивайся. Мне придется сказать Ливерпуль. Прости. Это отвратительно. Это отвратительно. Да, мне же. Ливерпуль? Ливерпуль. Хорошо, сколько отжиманий вы сделали? Хорошо, сколько отжиманий ты сделал? Может, около 5. А ты сколько? Мне кажется, у меня 0. А сколько ты? Я могу сделать 6, а потом снова. Я могу сделать 6. Давай. Это не отжимание от пола. Вы что серьезно? Это? Что это такое? Вы серьезно? Хотите увидеть тверк? Может, хотите тверк? Дерзай. Ты решил нам все показать? Мне нравится твоя пританцовка. Продолжай. Будь осторожен, тебя могут схватить. Не смотри так на меня. Не смотри так на меня. Я уважаю. Я бы хотел, чтобы мои булочки так же двигались. Я что, похож на шутку? Нет, это было очень отлично. Не мог бы ты повторить? На этот раз больше энергии. Да, больше энергии. Эй, я ведь двигаюсь лучше вас. Больше энергии. Больше энергии. Больше энергии. Насколько сильно вы этого хотите? Это было восхитительно. Да, вау. Я даже не знаю, что сказать. Вы, ребята, не хотели бы заняться кексом втроем? Ладно. Теперь перейдем к настоящему вопросу. Так. Не хотели бы заняться кексом втроем? Вперед! Вперед! Это очень неловко. Я не могу. Мне кажется, это слишком молод, поэтому... Эй, мне 28! Мне 28! Какого хрена? Ага. А, хорошо. Да. О, так вы согласны? Я имею в виду. Если ты согласна, я тоже. Получай номер, получай номер. Так, втроем? Да, абсолютно. Отлично, давай запишу твой номер. Да, конечно, давай. Еее. Ты получил номер у всех? Не. У первой девушки, у которой я получил номер. Он сказал, что они первые? Да. Этот чувак приготовил всю комнату. Ладно, ты выиграл, придурок. Как меня зовут? Как меня зовут? Вустер. Дело Рашфорда. Это будет лучший тройничок моей жизни. Да. Пусть так и выходит. Вот так и уходи. Отлично. Увидимся. Оу, чел. Он сделал. Это было хорошо. Это было круто. Но мы еще отыграемся. Я не знаю, что... Да, я реально не знаю, что сказать. Это было хорошо, хорошо. Это слишком просто, чуваки. Видели реакцию Вики? Боже мой! Это не очень приятно. Итак, Спит, на этом свидании ты просто обязан быть лучшим во всем. Тебе просто нужно говорить о себе, какой ты хороший, замечательный. Про нее не спрашивай. Спроси ее о работе, и когда она расскажет, начни смеяться. Боже мой. В общем, ей быть полным придурком. Да. Если после этого у тебя получится забрать номер, это будет удивительно. Это невозможно. Сейчас будет чертовщина. Как же он потеет. Я весь мокрый. Я просто... Он говорит про тебя, я бы не стерпел. Ты обмочился? Привет, как дела? Привет, малыш. Твои носки. Вот и все, он приближается. У тебя что, руки трясутся? Нет, а да, я не имею в виду. Уже обняться. Давай обнимемся. О, он очень потный. Хорошо. Как у тебя дела? Мне хорошо, у тебя как? На самом деле у меня все хорошо, я хорошо провожу время. Я тоже хорошо провожу. У меня отлично получается быть придурком. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я веду социальные сети. Сколько у тебя подписчиков? И танцую. Сколько у тебя подписчиков? В Инстаграме, по-моему, около 57 тысяч. Смейся. Довольно мало. Жалкие цифры. Конечно, ведь я только начинаю. У тебя есть какие-нибудь советы? Советы? Просто должна быть лучшим, великой. Не такой, как ты. Не такой, как ты, понимаешь? Не такой, как я? Да. Ты сказал это слишком рано. 57 тысяч. Какие жалкие цифры. Чёрт. У меня много подписчиков. А вот у меня много подписчиков. Знаешь, кто я такой? Да, так и есть. Знаешь, кто я? Я немного посмотрела. Ты знаешь, кто я? Я думаю, да. Конечно, ты знаешь. Все знают, кто я такой. Конечно, ты знаешь, кто я такой. Все знают, кто я такой. Его нога. На самом деле, я тоже так делаю. Да, тоже. Типа... Да, мне нравится знать то, с кем я встречаюсь. Конечно. Так,
Кто ты? Кто ты? Кто я? Нет, что ты? Нет, что ты? Что я? Да. Девушка? Ты уверена? Последний раз, да. Последний раз ты проверяла. Да. Хочешь, чтобы я доказала? Просто начинаю рассказывать о своих достижениях и хвастаться. Позволь мне рассказать о себе, окей? Хорошо, рассказывай. Я тот самый черный, кто познакомился с Роналдо. Да, я знаю. Я чел, который познакомился с Кейсай. Я тот чел, который познакомился с Саймоном. Я и есть тот самый человек. Расскажи о том, сколько тебя смотрят. 1000 людей смотрят мои стримы. Да. Я и есть тот самый. Хорошо. Очень много людей смотрят мои стримы. Я стримлю каждый день и снимаю видео на YouTube. Я впечатлена. 1000000 подписчиков. О, да. 1000000 подписчиков в Инстаграме. Да, да. Ты так близко. Теперь кто ты? Я, это я. Ты понимаешь, насколько я богат? Нет. Например, если бы сказал, что хочу купить тебя, я бы тебя купил. Я не говорил такого. Хочешь купить меня? Нет. Я говорю чисто гипотетически. Чисто гипотетически. Я покидываю чат. Ты сделаешь это. Чисто гипотетически. Я думаю, это не так много стоило. Сколько ты стоишь? Я думаю, двойной чизбургер и спрайт. Итак. Когда начнется что-нибудь интересное? Так, когда же начнется что-нибудь интересное? Мы разговариваем уже 5 минут, и ничего не происходит интересного. Я такой... Расскажи что-нибудь интересное. Расскажи что-нибудь интересное о тебе, того, чего я жду. Хочешь, я покажу тебе волшебный трюк? Давай, делай. Хорошо. Ты готов? Да. Ты готов к этому? Да. Я не пропускаю ни одного дня ухода за телом. Давайте ударим его. Я хочу, чтобы она ударила его. Это потому, что они действительно настоящие. Так что они делают это сами по себе. Будто работают на батарее. Знаешь что? Меня это заводит. Знаешь что? Меня это заводит. Правда? Это я хочу, чтобы ты ударила меня в живот. Я хочу, чтобы ты ударила меня в живот. Ударила тебя? Да. Ты уверен? Мне кажется, это будет сопровождаться ядом. Мне нравится это дерьмо. Эй, ты сможешь выдержать? Мне нравится это дерьмо. Я собираюсь его ударить. Возможно, мы его очень сильно подставили. Мне нужно разогреться. Он оскорбил ее примерно 5 минут назад. Зачем она садится на корточках? Юбки? Не так сильно. А-а-а. Не так сильно. Она хочет долбануть ее. Очень нежно, понимаешь? Очень нежно? Да. Вот так? Да, очень хорошо. Очень хорошо. Она дура. Она просто дура. Она дура. Самое худшее, что могло быть. Судя по тому, что она с ним разговаривает, она просто дура. Мне кажется, Лики Сиай получает наслаждение. Остановись, чувак. Может, чуть усилим? Давай сильнее. Сильнее. Да он маньяк. Чувак, что ты делаешь? Эй, что происходит? По-моему, он зашел с ума. Его заперли в пузыре. Я заставляю тебя нервничать? Ты заставляешь меня нервничать? Так и есть. Именно так. Что происходит? Да, мы можем сделать что-нибудь милое. Делай, ты знаешь меня? Что за хрень? Позволь мне прошептать тебе на ухо. Нет, только не лай. Дай я прошепчу тебе кое-что. Я лучше тебя. Я лучше тебя. Я думаю, у нас произошел матч. Но я думаю, я лучше тебя. Что мы создали? Серьезно? Да. Хватит откидываться назад и наслаждаться этим. Думаешь, лучше меня? Черт. Заберите мой микрофон, заберите. Ты лучше меня? Почему мое лицо не на твоем? Погодь, что происходит? Знаешь что? Я хочу увидеть, насколько ты хороша на самом деле. Чувак. Просто скажи динозавр. Что ты режиссируешь? Что ты режиссируешь? Динозавр. Просто скример. Пауза. Пауза. Замри, замри. Кем ты станешь на этот раз? Боже, ты действительно пугал меня. Мне кажется, надо заканчивать. Спускайся вниз и забирай его. Да, просто подними его и забери оттуда. Святые угодники. Диджей скоро подойдет. Стой смирно. Ладно, я просто присяду. Простите, кажется, он больше не работает. Да, черт возьми, это так. Может, его просто нужно зарядить? Эй. У него села батарейка. Да, хорошо. Он был рад тебя видеть. Ладно, пока, папочка. Пока, мамочка. Они действительно чуть не пересекли черту. Это действительно могло быть странно. Очень странно. Это было очень странно слышать. Чувак стонал и думал, что мы этого не заметим. Прикинь, ему нужен твой номер телефона. Окей. Да. Как прошло свидание? Да, все было отлично. Да. Круто. Ну что, вот и конец. Это видео не просто сборник, я также улучшил некоторые моменты. Если заметили, напишите в комментариях, где именно. Также по традиции давайте напишем слово куркума, кто досмотрел до сюда. Проявляйте активность, если хотите, чтобы длинные ролики выходили почаще. Всем пока.